가볼게. 가볼게. Привет, Хелли! Что это ты делаешь? Я готовлю песочную выставку для малышей. Здорово! Давай помогу! У меня есть вот такая синяя формочка для песка. Интересно, посмотрим, что это? Это рыбка! Спасибо, Полли! Давай я еще сделаю звездочку. Ой, что-то мне нехорошо, Хелли. Полли, что случилось? Голова кружится. Никуда не уезжай, я позову Эмбер. Эмбер, Эмбер! Привет, Хелли, что случилось? Полли совсем нехорошо, ему срочно нужна твоя помощь! Поехали быстрее! Полли, Полли, что с тобой? Как ты себя чувствуешь? Не очень хорошо, Эмбер, голова кружится. Дай я посмотрю, да ты же перегрелся на солнышке! Да, но мы с Хелли работали вместе, а с ним все в порядке. Но у меня же есть панама с козырьком. Полли, тебя срочно надо охладить. Вызываю Роя, чтобы он облил тебя водой. Рой на связи, выезжаю! Кого здесь облить водой? Наверное, меня. Готовься! Полли, теперь твоя температура в норме. Тебе понравилось играть с нами на пляже? Это очень весело. Но не забывай, в жаркую погоду лучше играть в тени, а на пляже мазаться солнцезащитным кремом, а на голову надевать панаму или косынку. До новых встреч на канале Капуки-Кануки!